самый смешной и одновременно самый важный судебный процесс этого месяца по делу против главы фискальной службы Романа Насирова выходит уже на международный уровень. К заявлениям посольства США и представительства ЕС в Украине добавилось еще и заявление сенатора и большого друга Украины Джона Маккейна. Сенатор Маккейн, как и американские и европейские дипломаты, хвалит антикоррупционное бюро за работу и называет преследование Насирова позитивным шагом в борьбе с коррупцией. А еще говорит о том, что в Украине должен быть создан специальный антикоррупционный суд. Мол, дело Насирова еще раз показывает его ценность.